Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Виктория Диденко и ее цветы. В этом видео я хочу познакомить вас с таким замечательным сирийским древовидным гибискусом. Сорт называется Санчо. Ну, во всяком случае, так я его прочитала. Значит, цветы у него, как видите, полумахровые, очень красивый, насыщенный, такой малиновый цвет. Превосходный гибискус, у меня он пока, можно сказать, новинка. То есть он у меня и в том году был, но как-то он медленно нарастает. И пока у меня даже не получилось его размножить. Вот такой вот интересный гибискус. Думаю, в будущем я его размножу. И обязательно насажу много, потому что красивый у него цвет. И сама форма красивая. Такой лепестковый. Достаточно цветочек такой крупный. Меньше по размеру, чем White Chiffon. Но вместе с тем тоже не маленький. Вот такой вот Санчо. Вообще все гибискусы очень красивые, но этот один из таких, ну, достаточно ярких и необычных, и редких, потому что я искала в интернете описание, не сильно много что и нашла. Ну, вот такой вот Санчо. На этом заканчиваю. Всем пока!